Нажала. Итак, дорогие друзья, позевать. Давайте он в телевизор сделает. Да, 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 да. Вот смотрите, недавно, ну летом, среди нас есть двое человек, которые связали себя браком. Мы в тот раз их так особо не мучили, осенью. Да? Осенью. Мы их не мучили. Осенью. Ну, близко в этом году. Но не осень. Летом, а осень. Том. Ну пускай осенью. В том году. Было тепло. В том году. А, ну, в прошлом да, году это было. Вот. И у меня тут осталось, так сказать, недосказанное. Некоторый для них конкурс, который мы тогда не провели. Но сейчас можно, так сказать, в новом году. Ну ладно, хорошо. Да. Это называется марафон. Марафон поцелуев. Ух ты. То есть все ли они не знают, но мы им, конечно, подскажем, что такое. Да. Поэтому мы заказ от гостей поступил. Поцелуйтесь по-снайперски. Значит, вы должны либо знать, либо догадаться, что это такое. Гость не подсказывает. До последнего я подсказываю. Вы вспоминайте, снайпер или профессиональный. Как стреляет? Я могу вот так вот. Не-не-не-не-не-не-не. Тут немножко другое. Как обычно, да? Там это. Один раз сюда. И для... Снайпер бьет один раз. Так. Только в сердце или в голову. Целуй. Давай, давай, давай. Не видел по снайперски. Ладно, в лоб нельзя. Сначала снайпер как бьет? В голову. В сердце. В голову бьет. И контрольный? В голову. Ну вот, давайте. Целуй. В сердце не дзитьку. Контрольный в голову. Да ну, не вот. Надо в лоб целовать, на. Вот. Фемечка. А вы просто похлопайте. Хлопайте. Хлопаем. Вот теперь, смотрите, интересно. Просто такие вещи не все знают, да? Но вы будете знать. Чуть поближе. Значит, есть квадратно-гнездовой способ. Квадратно-гнездовой способ. Не догадываетесь так маленько? Правую щеку, левую щеку, в лоб, в подбородок и под конец вот губы. Под конец и под конец и в губы. Да, это под конец и в губы. Почему квадрат? Ну как? Правую щеку, левую щеку, в лоб, в губы, подбородок. Это не квадрат, это ромб какой-то. Ты под конец и в губы. Ну давай. Какой ромб? Квадрат и центр. Давай. Правую, левую. Да не надо меня в лоб целовать. 4, 5. Похлопать. Вы, главное, поддерживайте их, поддерживайте. Что, вообще не помню, что сказать. Давай. Итак, и последний этап. Загадочный. Загадочный. Значит, части тела, куда мы целуем, места для поцелуя, будут произнесены на старославянском языке. Попробуйте догадаться, о чем идет речь, и продемонстрирует этот поцелуй. Это просто и легко. Поцелуй ее в чело. Лоб. В чело. Но не в лоб. Вот сюда. Опять нет. Это нет. Ну не зачем в лоб-то не целуется в лоб-то, дядь Ген? В чело, а не в лоб. В чело. В чело. Бьем челом, бьем лбом. Вот. В чело. Ладно. То не схватки боевые, то целуют нежно в выю. Подсказываешь, пускай они хоть немножко подумают. Ты, сердечко, чаще бейся, поцелуй скорее перси. И на нее смотришь, да, видишь? Нет, тогда не подсказывай. Перси. Но, перси. Грудь. Как персик. Перси. Давай. Грудь целуй. Целуй. Ну ты, наверное, здесь основной-то. Основной-то ты. Тебе звонят. Тут, друзья, такое дело. Поцелуй увидим в чрево. Ну, в чрево-то знаете. Живот. Живот. Вот это. Ну,
Нет, не могу. Ну, давай. Дороги к наслаждению открыты, целуют нежные ланиты. Щеки. Ну, так, а другую? Вот. Разбуди ты в ней тигрицу, поцелуй скорей зеницы. Глаза. 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 Интересно. Торез. Ласковым и нежным стань, поцелуй у дамы длань. Рука. Ладонь. Ну не сразу. Говорит-то. Ты подумай хоть маленько. Дальше двигаемся плавно. Поцелуй скорее в рама. Кто это? Не. Рама. Где у тебя рама? Плечо. Плечо. Рама. Влюбленным быть будет интересно. Увидеть, как целуют в чресла. Какие чресла? Губы вроде. Чресла-то, да. Бедра. Нет. Вот думай, кто будет. Ну, еще одно осталось. Я не кланяюсь. Я приподнимусь. Подбит маленько. Ты встань, встань. Чресла. Ну ладно еще. Чресла. Ну все, поцеловали. Ладно. Закончилась приятная игра. Целуй же на прощение в уста. Вот теперь губы. Губы. В устах точно губы. Ладно, похлопаем. Можем подумать, это Юля всех больше знает.